Получила сегодня подоконник, заказывала в магазине нашего города. Подоконник Фантом цветет в августе-сентябре, высота 200 сантиметров. Корешок вот в таком пакете. Корень мощный, здоровый. Вот здесь есть уже почки. Одна побольше. И вот здесь маленькая. Возможно, еще проснуться. Поживем, увидим. Пока что уберу в холодильник. Торф был сухой уже. Я немножко его опрыскала водой. Сейчас все это заверну и обратно в холодильник уберу.